Я буду говорить два эпиграфа. Меня нещадно слушают, вы меня простите. Ольга Макеева, автор следующей песни. Первый эпиграф. Вот так живешь и веришь людям. Запустишь в дом, заваришь чай. А чаю им не надо, даром возьмут и выпьют твой коньяк. И еще один. Была... Вы готовы, да? Была такая страшная сказка, что дети вышли покурить. Обычное дело вернуться с работы под утро и прямо с порога подсобаться ухла со своей половиной тепелой и дверью шарахнув уйти, и подумав немного, обшарить карманы, считая гроши торопливо. Ты видишь, что хватит рвануть прямиком к магазину, нацелясь на пару холодного пива. Но прямо у дома случайно попасть под машину. Обычное дело заехать под вечер на чашечку крепкого секса к одной потрясающей бабе и выкушать смело графинчик, другой коньячку с половинкой кекса заморского ей нахамить. Дверью немедленно час оказаться и целую ночь от досады неведомо где колесить на утро с похмелья и пьяной тоски приехать какого-то года. Обычное дело, в отсутствие мужа либидо не тратя напрасно, прибрать, прикупить, позвонить, пригласить и умело накрыть на двоих и в итоге нарваться на хамство и выставить вон. И до утра метаться с расстройством, а утром с ночного дежурства пришедшему мужу скандал закатить, чтобы он от обиды и злости убрался подальше, забыв про усталость и стужу, и выйти затем на балкон покурить ненадолго и взглядом пустым, обводя городские пределы, увидеть, как до отвращения знакомая Волга врезается до отвращения знакомое тело. Противно, конечно, но, впрочем, обычное дело.
Не формат. Спасибо. Ну, вы же выучили, Хабиров, правда?